Meanwhile, есть отдача с обоих сторон зала, сразу вот видно, что концерт получился. Так что давайте не отставайте. Смело ищите в социальных сетях группы велопрогулок и присоединяйтесь. Мы хотим делать вещи понятные москвичам, понятные реально большинству людей. Новости о том, что вам интересно, потому что О2 — это про тебя. Как появилось название Face and Lace? По сути, Face and Lace это определение, оно не переводится никак. Да, два года мы уже работаем, и первые полтора года мы отсюда не выходили с женой. Скорость обслуживания сногсшибательная. Главной проблемой такой игры является то, что мячики часто улетают за борт. И на выдохе, да, наклоняемся в сторону и точно тянемся рукой в сторону. В какой-то момент, как и любой субжанр, как любая субкультура, попав под этот хайп, она стала коммерческой. Я пробовал один раз, я учился на факультете журналистики, у нас был предмет фотомастерство, нас там как бы обучали всему этому процессу, я ничего не запомнил. Я английский учу, с 4 лет учу! Это процесс, я его до сих пор учу. Питание для тебя. Давай. Моя хорошая. Ты летишь в Италию, мама, не переживай. Давай вернемся к музыке. Ты диджей. А вообще диджей — это диск-жокей. Он меняет диски. Вот эта ночь с пятницы на воскресенье, она у тебя когда заканчивается? Она заканчивается в воскресенье, где-то в 12 ночи примерно. А у тебя есть амбиции, например, там, вот я хочу свой альбом? Тем, кто знает, напомним, а тем, кто нет, расскажем и раскроем глаза и уши на новую музыку. А как пришла идея снять вот этот видеоролик? Вы увидели в интернете конкурс Arctic Monkeys проводит по случаю своего первого приезда в Россию. Должность советника президента ответственна? Вообще безответственно. Любого советника, кое-кто не понимает, я объясню почему. Большинство, кстати, понимает. По социологическим опросам около 40% граждан Украины хотят жить с нами. Главное здесь даже не у кого более жесткие требования, а главное то, что они разные. Большинство украинских товаропроизводителей не смогут это сделать. Они потеряют свой собственный внутренний. А какие они будут штрафы платить? Вот они не смогут там перестроить полностью завод, поставить если оборудование. Они не смогут, что это, они, как их если они не смогут это сделать, тогда Европейский Союз, согласно этому соглашению, имеет право ограничить ввоз украинских товаров на свою территорию. По
поднимите, пожалуйста, руку те, кто не родились в Москве. Слова там черные, там, да, ну и так далее, там азиаты, да, они в Москве совершенно, ну, как-то звучат, ну, не знаю, как, предположим, в Африке бы звучало слово «нигер». Нет, проблема с мигрантами, которые, в принципе, здесь не нужны. Я считаю, что надо 90% мигрантов, которые сейчас есть, просто отсюда как бы вытворить и оставить тебя... 10, которые хотят интегрироваться. О2 доставляет. Okay.